Вот, друзья, небольшое видео про Яндекс Навигатор. Вот, собственно говоря, я стою на месте. Вот. Аварийка у меня. Я никуда не двигаюсь. Вот. Но при этом при всем, у меня навигатор едет по Шпалерной улице сейчас. Двигается. Сейчас мы посмотрим, сколько километров в час. Нет, не показывает километров в час, сколько двигается, но при этом навигатор у меня едет. Вот, сейчас на данный момент. Непонятно куда. Да, я вообще вот не знаю, что делать. Сейчас у меня навигатор поехал, проспект Чернышевского проезжает. И вот потихонечку по Шпалерной, куда же мы едем? Мы сейчас приближаемся к Литейному, надо уменьшить карту. Да, мы приближаемся к Литейному мосту. Вот. Сейчас посмотрим, как навигатор у меня перекресток пройдет. Быстро, не быстро. То есть заодно как бы увидим, пробочки есть или нет. Но судя по тому, что сейчас навигатор показывает, пробок нету, все зеленое. Так, ну... Но это еще не факт. Да, ну, наверное, это видео посмотрят разработчики приложения и, может, мне ответят, почему так. Интересно было бы посмотреть комментарии. Через 100 метров светофор. Я по-прежнему стою на улице. На улице Тверская. Вот. Вот я стою, вот я никуда не двигаюсь. Вот. 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 А, вернемся к навигатору. Навигатор показывает, что мы приближаемся к светофору. Вот. Табличку сам. Вот интересно, если я вот... О! Маршрут перестроен. Все, нам перезагрузка произошла около Литейного. Все, вот теперь правильно. Больше мы не едем? Нет, не едем. Да. Интересно.